Я пришел дать вам волю. Петр Порошенко заявляет, что выведет Украину из затяжного пике за 3 месяца. План Блицклига он уже озвучил на церемонии инаугурации, пообещав амнистию всем ополченцам, на чьих руках нет крови, международный диалог и переговоры с Россией. Причем он не скрывает, что все шаги уже обсудил с Бараком Обамой. На церемонии инаугурации он обратился к Украине в общем, по-украински, пообещав сохранить унитарное государство и один государственный язык украинский, а к Донбассу в частности, по-русски, с призывом сложить оружие и пообещав местные выборы, то есть все, кроме реальной федерализации. Мой коллега Павел Пчелкин наблюдал за торжественной церемонией, вспоминал визиты Порошенко в Европу и делал выводы. Кто он, пятый президент Украины, и что на самом деле будет делать? Ведь то, о чем политики не хотят говорить вслух, всегда можно прочесть в глазах и жестах. Братоубийственная война, страна, трещащая по швам, рухнувшая экономика и Майдан, который может в любой момент снова полыхнуть. Вот то, с чем придется иметь дело новому президенту Украины, который в эту субботу официально вступил в должность в Киеве. Первый и главный вопрос – зачем одному из богатейших людей страны ввязываться в политику в столь зыбкой ситуации? Эксперты в один голос отвечают – Порошенко из политики не уходил в течение последних 15 лет и получил то, о чем мечтал. Сильные стороны Порошенко – это умение найти нужную компанию и вовремя ее покинуть, с одной стороны, а с другой стороны, умение выжидать. В 2005 году, после ряда скандалов, он имел в украинских средствах массовой информации клеймо коррупционера номер один. Но он ушел в отставку, выждал паузу и в итоге смог, в общем-то, достаточно спокойно вернуться в политику и, более того, даже стать политиком номер один по рейтингу. Петр Порошенко всегда был близок к властной верхушке, вне зависимости от ее политической ориентации. Анализируя его биографию, политологи сходятся во мнении. Власть всегда была для него и целью, и средством. Им вторят психологи. Светлана Филатова, психолог-физиогномист, говорит, лицо любого человека может много о нем рассказать. Новый президент Украины не исключение. Когда как физиогномист начинаешь смотреть, то в первую очередь бросаются нависающие верхние веки. Это агрессия, закрытость. Плюс удлинители от рта идут на челюсть и от носа опять-таки на челюсть. Он из такой породы людей, которые, вот как знаете, рыба-сом. Она вот если схватит добычу, ее хоть убей, она не отпустит ее. Но он очень избирателен и капризен. Расчетлив, как физиогномист, я скажу, это не человек идеалов, а человек заработка. Вот он предприниматель. И вот в президентство он, видимо, ну, в политику он пошел, потому что, видимо, здесь больше можно заработать. Сначала деньги олигарха стояли за социал-демократической партией Леонида Кучмы. Потом он перешел к Виктору Януковичу и вложился в партию регионов. Но в 2004-м сбежал, чтобы профинансировать оранжевую революцию. Вот он рядом с президентом Ющенко и Юлией Тимошенко празднует победу на Майдане в 2005 году. Но когда стало ясно, что на следующих выборах победит Виктор Янукович, Порошенко снова чудесным образом с ним строит партию регионов. А потом предаст и Януковича, вложившись в новый Майдан. То есть, грубо говоря, на судне капитан знает все, но крысы знают чуть-чуть больше. Он один из тех, кто возглавил в 2004 году бунт миллионеров против миллиардеров, но не для того, чтобы Украина стала процветающей страной, а для того, чтобы самому стать миллиардером. Он из человека в 200-300 миллионов долларов стоимостью превратился за 5 лет в пятую строчку Форбса. Он становился министром, депутатом, главой Совета национальной безопасности, а потом снова уходил в тень. Но с каждым политическим пируэтом становился богаче. Не гнушался шантажировать коллег-олигархов. Вот что в 2005 году о методах команды Порошенко говорил другой олигарх Игорь Коломойский. Угроза состояла в следующем. Если я не выдам ему доверенность на собрание акционеров по Облэнерго, то против меня будут сфабрикованы уголовные дела, и у меня будет очень много неприятностей. Многие из тех, кто знает Порошенко лично, говорят, что он жесток к тем, кто стоит на его пути, с партнерами, строг и пренебрежителен к тем, кто от него зависит.
когда он, например, вручает ему какой-то документ, и он брезливо отдает помощнику, он не хочет ознакомиться с ним, прочитать, а он брезливо так отдает, что вот помощник прочитает и доложит. А вот он отчитывает руководство принадлежащего ему украинского Пятого канала за скупое освещение его поездки на Юго-Восток во время избирательной кампании. Твоя программа, я не буду ставить в эфир. У меня нет программы «Час» с Андреем Шевченко, понятно? У меня своя информационная программа на моем канале, за которую я плачу бабки. Это я понимаю. Я не понимаю, какой ты... Нет, падла, не показала в Донецке. Я раком по баррикадам лазил. Они что, охренели, что ли? Потому что Червоненко там нас главные. Вы кого пиарите, мать? Но он совершенно другой человек с теми, от кого зависит сам. Вот он на встрече с Бараком Обамой в Варшаве. Психологи проанализировали жесты и мимику. Обратите внимание, как он улыбается. Ага. У него даже не улыбка, а такая вот небольшая улыбочка, такая заискивающая. И уголки губ у него идут вниз. Это говорит о том, что он очень смущен. Заметно, что как человек этот меняется. Когда он разговаривает, общается с Обамой, то, безусловно, здесь видно, что, наверное, младший брат или младшая сестра. Примерно так Петр Порошенко поначалу вел себя и с бывшими начальниками президентами, чтобы получить власть и приумножить капитал. Он олигарх в классическом понимании этого термина. Но вот что сам новый президент Украины говорил о себе в интервью во время избирательной кампании. Вы олигарх? Ні. Чому? Тому що олігарх це та людина, яка використовує державу. Тому що олігарх це чоловік, який використовує державну владу для личного обогащення. Я завжди все время був в опозиції, наоборот, бандити і преступники во власті уничтожали економіку, уничтожали свободу бізнесу, і я оказався під этим катком. Всім понятно, що Порошенко здесь цинічно лже. Парадокс. Но по мнению психологов, внимательно изучавших это интервью, сейчас он сам верит в то, что говорит. Это демонстративный тип. Это, я не буду говорить, что это актерский такой навык, да, но это люди, которые моментально улавливают вот эмоциональное состояние и главный запрос аудитории. И вот в этот момент, уловив, да, он очень тонко умеет улавливать и чувствовать, он, безусловно, говорит и транслирует эмоции, те, которые действительно будут аудитории восприняты очень хорошо. Специалист по физиогномике, психолог Ольга Павлова считает, что этим нынешний президент Украины почти не отличается от свергнутого президента Януковича. На этих фотографиях они на самом деле поразительно похожи и внешне. Один типаж. Произнося слова, Порошенко рассчитывает на эффект здесь и сейчас, не собираясь исполнять обещания. А когда он говорит «да», мы не понимаем, что это. Либо «да», либо «нет», либо «может быть» и так далее. Он не отвечает за свои слова. То, что он сказал сегодня, не факт, что он проконтролирует и выполнит завтра. Когда он дает обещания, он не предполагает, то есть не анализирует, не думает, как он их будет выполнять. Политологи отмечают, он идет к цели, часто не думая о сопутствующем ущербе. Буквально на следующий день после выборов, когда стало ясно, что Порошенко избран президентом, украинская армия впервые начала активно применять авиацию в городах на Юго-Востоке, в разы увеличив число погибших среди мирного населения. Но ко дню инаугурации задавить мятежный Юго-Восток все равно не получилось. И вот на церемонии вступления в должность Порошенко сменяет кнут на пряник. По-русски обращается к гражданам Луганской и Донецкой областей, проголосовавшим за независимость своих регионов от Украины. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. С проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка. С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. Можно ли верить этим словам? Скорее всего, нет. Зато тронная речь вышла эффектная. Порошенко снова пообещал всем и все. По-русски говорил об уважении специфики русскоязычных регионов, а по-украински вот что. Але Украина была... Украина была, есть и будет унитарным государством. Про федерализацию... Бред о федерации не имеет почвы на Украине.
Кроме того, по его словам, украинский язык останется единственным государством. Нет сомнений, тяготеющие к России регионы ломают все планы западных кураторов Порошенко на Украине, а за возможность находиться на вершине власти олигарх будет поступать так, как скажут в Вашингтоне. Как всякий бизнесмен, удачно выживший в 90-е, он крайне жесток. И если перед ним поставлена задача зачистить Юго-Восток, превратить его в полигон, он будет ее выполнять до тех пор, пока не поймет, что силой он там ничего не добьется. Вот только тогда он немедленно сделает эти 2-3 шага назад и попытается начать с чистого листа. Порошенко заявил, что Крым будет украинским, сорвав аплодисменты, но не объяснив, каким образом он намерен убеждать в этом крымчан. Видимо, с помощью армии, флота и национальной гвардии, которые он обещал сделать элитой украинского общества. Ему много раз аплодировали, но то, как эту речь слушала его давняя ненавистница Юлия Тимошенко, говорит о том, что она отнюдь не смирилась с поражением на выборах. Впрочем, у Порошенко теперь есть все возможности раз и навсегда объяснить всем, кто в доме хозяин. На всем этапе его политической карьеры, когда он только получал какую-то должность, это всегда заканчивалось тем, что коллеги вытесняли его с этой должности. Ведь мы помним, как публично оскорбляла его Тимошенко. И вот это унижение, вот это постоянное ощущение того, что ты не реализован, ты по сути второсортен, оно приводило к тому, что у этого человека не могло не накопиться злобы на окружающий мир. Он будет мстить. Он жаждет крови. Иными словами, ждать обещанной новым президентом скорейшей стабилизации на Украине вряд ли стоит. В самое ближайшее время политологи ожидают жесткой зачистки политического поля в Киеве и, возможно, в регионах, где сейчас установили свою власть другие влиятельные олигархи. Петр Порошенко всегда был безжалостен тем, кто стоит на его пути к власти. И, несмотря на миролюбивые обещания, он вряд ли будет сдерживаться, когда цель так близка. Павел Пчелкин, Надежда Каширская, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.